1 сентября в микрорайоне Гусарская Баллада губернатор Андрей Воробьев при участии президента России Владимира Путина открыл самую большую школу в Подмосковье. Она рассчитана на 2200 мест. Это одно из 25 учебных заведений, которые одновременно заложили в регионе 2 года назад. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов. Это бюджет и вне бюджет. Завершилось строительство пристройки гимназии номер 14 в Одинцово. В современном 4-этажном здании расположились спортивные и актовые залы, цифровые лаборатории. В кабинеты закупили современное оборудование. А самое главное, благодаря появлению нового корпуса, в учебном заведении больше не будет второй смены. Это будет здорово. Будет здорово. И действительно, это замечательно, то, что наконец-то построили. То есть с третьим ребенком мы этого дождались. 11 сентября начнутся занятия и в обновленной школе имени Безбородова в Кубинке. Там от старого здания остались только стены и фундамент. Все остальное полностью обновили. Всего же в Подмосковье открыли 61 школу после капитального ремонта. В октябре завершат работы еще на 2 объектах. Развитие сферы образования в регионе проходит в рамках президентского проекта. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».